Всем привет! Предлагаю приготовить вкусный салат на зиму, кабачки с грибами в соусе с ацебели. А самое главное, готовится без стерилизации. Грибы, те, что покрупнее, разрезаю на 4 части. Кабачки нарезаю средним кубиком. Морковь натираю на крупной терке. Лук нарезаю полукольцами. Кабачки пересыпаю в кастрюлю и всыпаю 1 чайную ложку соли, перемешивая и оставляю на полчаса, чтобы кабачки пустили сок. Теперь нужно обжарить овощи. В сковороду я влила 4 столовых ложки растительного масла, обжариваю морковь 4 минуты до мягкого состояния. Теперь обжариваем лук, вливаю также растительное масло и обжариваю до золотистого цвета. Теперь таким образом обжариваю грибы. У меня сковорода небольшая, так что грибы обжариваю в 2 захода. Кабачков сливаю жидкость. Затем всыпаю сахар и 1 столовую ложку соли. Хорошенько перемешиваю и ставлю на небольшой огонь. С момента закипания варю 20 минут. В течение этого времени помешиваю 2-3 раза. Кабачки прокипели 20 минут, теперь додаю обжаренные овощи. Теперь всыпаю черный молотый перец, измельченный чеснок и соус с ацебели. Хорошенько перемешиваю и с момента закипания провариваю также 20 минут. За 5 минут до готовности вливаю уксус. Ты не помнишь, да я делала? Раскладываю салат в заранее простерилизованные банки. Затем закатываю, переворачиваю и оставляю до полного остывания. Надеюсь, этот рецепт салата на зиму вам понравится. А на этом у меня все. Всем спасибо, всем пока!